А я был очень плохим официантом, барменом, мойщиком машин и коленчиком. Слышь, коленчик, ты теряешь навыки. Так, то что эти... Ты теряешь навыки коленчика. А расскажи о себе. Вот давайте представим, что мы сейчас это дуть. Я и Маша, мы один большой дуть. Так вот, сколько зарабатываешь? Сколько я зарабатываю? Честно? Ну, я студент. Я студент, отстаньте от меня, я учусь. Маша работал только геморрой. Ты учишься в колледже культуры, собственно. Пожалуйста, уважайте заведение. Так вот, а что бы ты сказал Путину, если бы ты его увидел? Один налоги. Вот что я скажу Путину. А Сережа? Прибрайся. Нет! 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 Паша? 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 Там можно пойти. Паша? Ну так, хорошо. Паша, ты обещал на кипоп. Так, ты не мне, ты другим обещал станцевать стриптиз. Паша, на пати. На пати следующий снова с тобой там зарубайся. Так, ищем адекватных людей. А, я их не нашел. За что здесь нету адекватных людей в принципе? Да нет, как бы. И ты за процентом знаешь меня. О, тебя. Да, ну убавь музыку, ну убавь. Чем мы надсходим? А, ой. Может, ты еще и зеленоглазый такси включишь? Не стоит. Меня уволят. Ребят, давайте устроим караоке на самом деле по заказу. Какую песню вы больше всего хотите? Из русских исполнителей. Noize MC, не, это слишком попса. Король и Шут, не, тоже не то. Меладзе, о, давай Меладзе. Турбина туриста. Что? Турбина туриста. Очень много слышно. Турбина туриста. Нет! Не турбина туриста, нет! Пожалуйста! Все что угодно, но не турбина туриста! Кровосток. О, Кровосток, кстати, неплохо. Да нет, подожди, Таманты, нет. Если что, ведущий только он, мы тут так присутствуем. Нас просто вытащили, мы каким-то фигом остались. Так, стоп, а вы чего все тут на меня сваливаете? Я вообще хотел поговорить о всемогущем, а вы тут... Со своим стриптизом. То есть, ты вытащил Пашу на сцену, чтобы он танцевал. Потом ты хотел меня вытолкнуть. После этого все-таки каким-то фигом ты меня сюда вытащил. И ты обвиняешь нас. Подожди. А потом еще твое хотите, чтобы я здесь раздевался? Это хотела я. Так, во-первых, насчет раздеваться это предложил кто-то из зала. Точнее, все. Вот. Не-не-не, ребят, это будет на одной из закрытых тусовок, о которой вы узнаете чуть позже. Да, не будет он, конечно, развиваться, вы чего? Не сегодня, по крайней мере. Кто знает текст? Подпевайте, пожалуйста, я текст не знаю. Сделай меня потише немного. Ну что ты придумал? Объясни мне, что же хочешь. Что, хоть кто это текст знает? Отвечаю, выбираю себя. Не попаду
я текст не знаю, то и мы. Окей. А это попросила. Окей. А тут всего 16 есть. Окей, 14. Давайте, доставаем телефоны. Ради Паши! О, больше!